Собаки, кошки и другие любимцы, начальный курс. Австралийская мист. Если хотите завести этого замечательного кота, вам придется купить билет на самолет. Австралийская мист, по сути, национальная кошка Австралии. Эта порода не получила еще всемирную известность. Некоторые заводчики начали представлять эту породу в Великобритании. В Штатах пока нет заводчиков, и всего 10 зарегистрированных котов этой породы. Это удивительно, принимая во внимание их веселый любящий нрав. Они сами немного напоминают австралийцев. У них удивительный характер. Родиной этой породы впервые стала Австралия. История происхождения. Порода основана на идее экологического дружелюбия. Хотели вывести спокойную породу, которая будет счастлива в доме. Споры по поводу диких котов, охотящихся на воле, вдохновили доктора Труду Стрит вывести породу домашних кошек. Она начала работу в 1977 году, взяв за основу абиссинских, бурманских и домашних короткошерстных кошек. Результатом стала порода пятнистая мист. Однако в 1998 году было принято патриотическое название австралийская мист, чтобы ввести новые типы шерстки. Австралийская мист была выведена как отличная домашняя кошка. Этого превосходного питомца вывели, чтобы радовать людей. Порода обладает спокойным характером и средними размерами. Средние размеры австралийской мисс специально предназначены для домов средних размеров. Единственная неумеренная черта этой кошки – количество любви, которое она вам подарит. Еще одна специально разработанная черта – короткая шерсть. На развитие ее пятнистого или мраморного рисунка может уйти 2 года. Темный оттенок шерсти придает им особый лоск. Это придает породе мистический облик. В австралийской мист круглая голова и такие же круглые глаза, в основном зеленоватого оттенка. Эти кошки величественные и красивые. Как и все хорошие товарищи, австралийская мист интересуется всем, чем занят владелец, включая музыку. Исследования показали, что кошки по-разному реагируют на музыку. Так, британское исследование показало, что музыка помогает кошкам перенести хирургическую операцию. Известно, что некоторые коты не только ценили музыку, но и помогали музыкантам. Прогуляйтесь по побережью острова Уайт в Англии, и вы сами услышите. Элизабет, Роберта и Шарлотта живут на этом острове вдали от побережья Великобритании. Они искренне любят музыку, и им нравится играть. Я играю на пианино, скрипке и начала учиться игре на альте. Думаю, я лучше в игре на пианино, потому что это легко. Когда я исполняю произведения, особенно быстро, и чувствую себя сообразительной. На протяжении лет девочки учились играть на разных инструментах. Но недавно у этих талантливых подростков появилась новая страсть. 5 котов, породы австралийская мист. Они очень любят своих котов. Я люблю их, мы все относимся к ним как к нашим детям. Они очень игривые, любящие и милые. Они очень милые. Виспер, Бриз, Преста, Тутти и Баккарини. 5 котов с разными характерами, но общей чертой. Им нравится быть с девочками, когда те играют на инструментах. Коты приходят, садятся на пианино, лежат на нем и слушают. Но даже отвлекаясь на домашние дела, девочки всегда рады и готовы упражняться в игре на своих инструментах. Или не рады. Я люблю заниматься. Иногда мне нравится. Это всегда весело, правда. Я действительно люблю играть. Это не шутка. Иногда я просто говорила: «Мама, я не хочу заниматься». Иногда я бываю упрямой. Однако это упрямство излечимо. Сами коты, вместо того, чтобы отвлекать девочек, как вам может показаться, помогают им концентрироваться. Каждый день во время занятий рядом с девочками их самые преданные поклонники. Они заставляют меня упражняться, даже если я иногда не хочу. Знаете, приходится заниматься, когда они рядом. Кажется, они счастливы, когда находятся рядом и слушают. И по-другому быть не может. Занятия не начинаются до тех пор, пока не появятся лучшие друзья от девочек. Иногда коты не могут удержаться и тоже начинают играть. Сегодня девочки играют для группы местных жителей. Выступление не было бы полным без присутствия их самых преданных поклонников. Девочки надеются, что занятия с котами не пройдут даром в присутствии настоящих зрителей.
Сегодняшний день не исключение. Выступление девочек оценивает не только публика. Виспер, Тутти и Бакарини счастливы, что девочки играют для них. А девочки получили шанс разделить свою страсть с животными, которых они очень любят. Не могу представить, что было бы, если бы рядом не было их 5 глупых котов, помогающих нам все время. Они такие смешные и любящие. Они мои лучшие друзья. Австралийская мисс очень здоровая порода, которая живет 15-18 лет. Но как все домашние животные, они любят поесть. Они предрасположены к ожирению. В случае с этими кошками вам действительно захочется контролировать количество еды. Их прототип домашней кошки предполагает короткую шерсть, уход за которой не займет много времени. Обладая веселым характером и желанием быть с людьми, в активной семье австралийская мисс очевидно почувствует себя в своей тарелке. Они хорошо относятся к детям, даже к маленьким. В целом, австралийская мисс очень здоровая порода, но нужно регулировать кормление, чтобы избежать ожирения. Их короткая шерсть не будет валяться по дому и требует только периодического вычесывания. Этим кошкам нравится быть с людьми, и они даже дружат с детьми. Поэтому эта порода исключительно подходит семьям. Если вам посчастливится найти заводчика, австралийская мисс может стать хорошей кошкой для вашей семьи.